В этом году зима выдалась как никогда снежной, что доставляет большие проблемы и неудобства всем жителям, в том числе и автомобилистам. В социальных сетях люди жалуются на недостаточное количество парковок в 6-м микрорайоне. С наступлением зимы проблема стала еще острее. Теперь автомобили здесь паркуют, где придется. Сейчас круг, связывающий Ермолинскую и Калиновую улицы, очищен от снега. Но еще несколько дней назад очевидцы замечали, что он превратился в отстойник для большегрузов. Паркуются, когда легковые автомобили, понять можно. Честно, понять можно. Но фуры откуда здесь берутся, непонятно. Вот, да, это проблема. Рядом с кругом работает платная парковка. Однако, по словам местных жителей, она уже заполнена, и водителям приходится искать свободные места на близлежащей территории. Все обочины заняты автобусами. Дополнительную нагрузку создают торговые палатки, шиномонтаж и кафе, находящиеся поблизости. Вот здесь маршрутки стоят, автобусы, машинам некуда встать, фуры. Они становятся, им тоже некуда встать. Никому здесь некуда встать. Тем временем движение здесь становится все более интенсивным с каждым годом. Трафик увеличивается не только в связи со строительством новых домов, но и с развитием городской дорожной сети. В прошлом году открылся выезд из 6-го микрорайона на трассу М4 Дон, а сильные снегопады лишь усугубляют обстановку. Я регулярно здесь застреваю, меня регулярно здесь вытаскивают. Поставить машину негде совершенно. Я приезжаю домой поздно, я круги мотаю, конечно. Дорожные службы убирают накопившийся снег, но это не решает глобальную проблему с парковкой на данном участке и создает предпосылки к образованию пробок. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.